не открывается. Я его не закрыл. Разгонится. Так, попробую, блин. Так, попробую сейчас. Смогу ли я на 1 метр сдвинуть запорожец? Хотя бы вот до сюда. Там оно так оторвано. Каши не ел. Кулаки на Волге. А как там качки же тянут? Ну тут вдвоем надо. Вдвоем-то его. Еще говорит, самая маленькая легкая машина. Самая легкая, наверное, водитка. А, ну да, там руками можно. Это который Никулин был. Это который Моргунов поднял, повернул. Ну там зимой это был. Короче, не могу, надо на асфальт. Она у нас покатится. А трос бы не порвался. Ни хрена себе, что за машина? Там, может, кирпич подложили? Пошел, пошел. Тормози. Смогли, смогли. А здесь уже, видишь, с горку пошла. Ну ладно,
Ой, номер погнул. Хотя похер. На, вот как вам теперь. А да, сначала со мной внутри. Назад даже садить. Зачем? Так лучше обзор будет. Давай. Вот так вот еще, знаешь, так вот сверху снимать. Да. Сейчас будем косить траву запорожцем. Крапиву. Удачный кадр. Это же зверь танк! Крайне неудачный кадр. Там зато вот смотри как. Хорошо. Ровно такой. Мало. Ну! У нас бахнет. Бля, выходи на отсюда. Рум-рум. Отсюда. Крапива? Наверное, бак слетел. Так заводится же. И глохнет, когда горишь. Я могу отсюда залезть, у меня есть здесь место. Смотреть? Садить, посмотреть? Давай посмотрим. Так, немного заглохли. Сейчас посмотрим, в чем проблема. Бак, походу, слетел. Смотри, какая дорога после нас. Я видел. А, капот закрутил. Открыть? Давай, нажми. А, ладно, я уже здесь сам. Надо было, сейчас я поеду, ты с улицы снимешь, ты как я. Походу, да посрать. Главное контенту. Для контента ничего не взял. А, бензин. Бензин кончился. Ты прав. Надо за бензин. А, нет, тут есть еще. А что он это заглох? А, он акрил канистру стал. Водить? Давай, попробуй. Газуется? Нет, сейчас подожди. Газу? Второй дубль. Ноги все в крапиве. Кадр один, дубль 7. Тысяча, дубль тысяча. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Давай, давай, давай. Смотри, пар какой-то. Смотри, крапиву сказали. Что? Сгладили. Это хорошо ездил. Давай, выходи. Врум! По газам. Может, там крапиву намоталось? Ты посмотрел? Посмотри. Может быть. Как все, бензина мало. А, доехать бы до туда бензин свежий залить.
Опять заглох. Можешь закроешь? Давай. Так, всем привет. Устроили сегодня небольшие покатушки. Смотрите, какие следы. Вот такие вот пятаки наматывал я. Оператор мой уехал. Запорожец не заводится. Точнее, заводится. Газуешь, глохнет. Ускорительный насос, наверное, что-то сломался. Надо его починить будет. Вот он стоит, ждет. Сейчас будем оживлять. Ключи с собой взял. Заехал он в огород, где растет крапива. Решил здесь крапиву подавить. Надоело ее косить. Так, вот наш пациент бензин уже залил. Сейчас этот попробуем запустить. Так, взял новый фильтр на всякий случай. Отвертку. Сейчас буду снимать карбюратор. Потому что запускается-то он хорошо, но когда газуешь, как будто бензина не хватает. Я уже на бензонасос холодную воду наливал, тряпочку положил. Может, думал, он перегрелся. Так нормально катались, и бац, он заглох. Катались. Такая техника. Полчаса поездил, у меня уже в ушах звон. Реально, после классики на Запорожце это, а здесь вообще такой шум стоит. В ушах звенит все, как раньше пенсионеры ездили, инвалиды. Это просто жесть. Такой рев стоит. Может, то, что я не привык из-за этого. О, жар какой, дышка идет. Жарит не по-детски. Пары бензина. Сейчас снимем. Тянем. Так, ну уровень в норме. Прокладка вон уже старая такая. Новую не найти. Если только на Авито искать. На барахолках. Вот я давлю, он качает. О, как хорошо. А наверх что-то не поднимается. Ну-ка. Ну, видите, как слабо. До конца не опускается вот этот клапан с манжета. Должен до конца опускаться. И с этого слоника бензин хорошо брызгать. Может, слоник забился. Сейчас все почистю. И посмотрим, запустится, не запустится. Перекачал.
точно, точно стал, охереть. Как будто так и должно было быть. Так, новую пружину поставлю сейчас. Вот старая. Вся уже растянулась. Это от классики, от сцепления. Сейчас установим. А то педаль обратно не отходит. И газ идет очень сильно. Жесткая педаль стала.